Сейчас Сочи на финишной прямой перед серией праздников и рядом событийных мероприятий. Осталось не так много времени, чтобы навести порядок на улицах и придомовых территориях. В городе уже появляются и элементы праздничного убранства. По итогам объезда Анатолий Пахомов в целом остался доволен обстановкой в городе, но есть и замечания. Они связаны, конечно, были с тем, что погода не давала подпорные стенки красить, заборы. Но думаю, что у нас впереди 2 дня и круглые сутки теперь все и начальники управлений, закрепленные за улицами, и главы районов, и руководители дорожных предприятий должны взяться и за 2 суток все привести в порядок. Напомню, 29 апреля состоится общегородской субботник, и все жители города должны выйти на уборку своих районов и улиц.